Отже, імпровізація ток-шоу. Давайте, шановні гості, наші зіркові, придумаємо, як буде називатися це ток-шоу. Просто скажіть по слову і все. Кіцькі. Кіцькі? Кіцькі. Кіцькі. Волосатые. Волосатые кицьки. И Дантес. Молодость перед глазами. Какое было? Детство Программа полетело. Ток-шоу 18+. Так. Поехали. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня среда, 5 утра. А это означает, что в эфире шоу «Волосатые кицьки» та Дантес. Добрый вечер. Эта передача была создана благодаря вам, зрители. Вы просили, чтобы вместо профилактики что-то шло, вот мы. И к нам в передачу приходит человек, он делится своей проблемой, и мы помогаем разбираться. Давайте поприветствуем нашего гостя. Вот-вот, Владимир. Вы Владимир? Вы Владимир. И я Владимир. Мы Владимир. Миры. Влади, миры. Миры. И это минута эфирного времени уже. Ну, слава богу, у нас есть еще до того, как люди проснутся, 2 часа. Можем поболтать. Владимир, вы кем работаете? Валютчиком. Валютой ворочу. Воротите валютой, да? Вы работаете в обмен... Тоже французскую купюру тоже меняете. То есть вы работаете в обменном пункте? Возможно. Это такая точка, да, для обмена валюты? Возможно. Мне кажется, я буду долго гадать. Вероятней всего. Странно, вы сейчас так рассмеялись. Ну, ладно. Владимир. Воздух. Да, окно открыто, да, ну, в нашей студии. Владимир, вы к нам пришли с проблемой. Вы уже сколько лет работаете валютчиком? 88. Валютчиком 88. Лет вы уже работаете? Oui. Все вокруг врут. За 80 лет у вас опыт. Вам получается... Больше... 88 и 8. И 8 месяцев. 8. Вы родились, мать подождала 8 месяцев. 8 вересня 88-го. Року, так? Возможно. Мне нравится, что вы всегда оставляете маленькую тайну. Я так и не узнал, сколько вам лет. Но... Вуаль. Вуаль. Вуаль, о, где вы, где вы? Вот вы. Я открою еще одно окно и... О, ветрено. Угу. Сквознячок так дует. Владимир, ну, вы обменщиком, люди врут, вы говорите. Вы пришли со своей проблемой. Что же случилось? Кто врет? Кто вас обманул? Высыпает. Вас высыпает? Владимира высыпает. Временами. Временами Владимира высыпает. Окей. В основном восыны. Владимир. Ну, я смотрю, вас так узорами высыпает. Красиво. Вот, вот, вот и высыпает. Вы обращались к врачу? Кому вы выходили? Временами врал врачу. Временами... Говорили правду. Зачем вы врали врачу? Венеролог. Врач. Вот и вру. Не плачьте, я понимаю, это очень сложно. Владимир, мы здесь, чтобы вам помочь, поэтому я хотел бы сейчас в студию пригласить человека, который прольет свет на вашу проблему. Давайте поаплодируем нашему гостю. Вот врун. Вот врун, да? Мы сейчас... Да, у нас... Вы врун. А я постоянно объезжаю. Видите, да, что узнаете этого человека? Вижу, вы врун. Молчи.
Давайте с вами познакомимся. Как вас зовут? Мистер Макс. Мистер Макс. Мистер Макс, вы знакомы, да, я так понимаю? Меняла мудила. Вот, врет! О, боже! Мистер Макс. Так. Менял монету. Меняла мудила. Он вас обманул? Насколько? Мгновенно. Миллион мелочи. Миллион мелочи. Миллион мелочи. Возможно, вырезать все. То, что вы ходили к венерологу, да, это была ненужная информация. Да, это... Мы поделились и поделились. Я вот кашляю. Конечно, не один-один, но тоже некомфортно. Вариант. Так, он вас обманул. Мы вернемся, да? А ты сходи к врачу. Он вас обманул, и, конечно же, на миллион. Это большая сумма. Вы знаете, что за это тюрьма. Возможно, Владимир видит все. Видит, все врут. Видит венеролога. Владимир видит все. Красивая речь. Да-да. Да, да, Мега Макс. Мистер Макс, да. Может, звон? Понимаю, нам поможет разобраться, конечно же, правоохранительные органы. Итак, давайте встретим. Олег, охранник. Охранник обменника. Очень охотно охраняю. Олег, вы работаете, да, в обменном пункте, там, где работает Владимир? Ага. Расскажите. Расскажите, видели ли вы, что вы знаете оком, об этой ситуации? Оком. Оком видели, да? Возит Владимира. А, он еще и ваш водитель, да? Водитель, фу! Водитель возит Владимира. Уи. Олег, скажите, где вы были в момент преступления? Охранял. Охраняли. Вы видели молодого человека, как он приносил сумму денег, как вот это произошло? Однажды. Угу. Вам что-нибудь показалось подозрительным? В молодом человеке, в ситуации. Открыл окно. Откинулся. Олег офигел. А, Олег, и вы офигели. Вы нам очень помогли. То есть вы увидели, как молодой человек открыл окно и упал. Ок. Потом вы поменяли миллиона и увидели, что там недостаточно купюр. Правильно? Маловато. Маловато купюр. Можно мне молвить? Воздуху. Мужчина мускулистый. Ну? Врете. Врет? Мудбонит. Да вас все мудбонит. Мальчик мой. Ну? Мудбонишь. И я тоже звоню. Знаете, последний гость, который сейчас выйдет, он расставит все точки над «и». Давайте поприветствуем его аплодисментами. Здравствуйте. 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 Вот, пожалуйста, присаживайтесь. Можно. Зарешаем замес. Зоя. Очень приятно. Владимир, да. Моя мама. Зая. Да. Отчим. Так вы, Зоя, получается, вместе с Олегом сейчас. А это ваш новый отец, поэтому ему звон, вы излитесь. Зять. И зять. А, вы одна семья. Возможно. Давайте, Зоя, спасибо, что... Почему никто не сказал сразу? Ну, давайте, Зоя, спасибо, что рассказали, что вы одна крупная семья. Зять. Так, зять. Занял. Заняли.
зимбабийские злоты. Ну, у вас в обменнике все, да, я так понимаю? Mm-hmm. Знатно задолжал. Знатно задолжали. То есть деньги внутри семьи, да, конфликт? Вот врут, взял велосипед возле ворот и все. Вы выдаете очень классную информацию. Но она никак не помогает тому, что вы украли миллион. Кроме того, что в заголовке напишут велосипедисты с венерическими заболеваниями украли миллион. Заболеваниями? А, Зоя, вы поздно подошли. В общем, Владимир. Вы? Я попытаюсь разрешить этот конфликт. Вы будете отдавать деньги родителям? Валюту, Владимир, возвращать возможно. Бульк. Задолбал, зять. А Владимир не будет вам отдавать деньги. Можно мне мои миллион монгольских марок? Ой, смотрю, там еще оборот прошел, да? Зоя. Мегамакс. Отчим. Вы главный в семье. Охранник. Еще охранник обменника, да, я люблю, я помню. Охранник обменника. Он знает другие слова? Офис охраняю. Еще офис охраняете, я понял, вы нам не поможете. Верблюдов водит. Угу. Верблюдов. Я скоро буду записывать всю информацию. В общем, вы недовольны, но ситуацию мы разъяснили. Все. Виски! Смотрите, дальше у нас новости. Виски! А, что виски? Вспомнил слово на виски. Виски. Занятное зрелище. Мы уже передача закончила. Все снято, да? Все, спасибо. Все, это, кто-то едет на левый берег? Около Ахмаде. Златоустовская. Охраняю. Все, вы тогда, может, я очень подвезет вас. ЗАЗ? ОК. Наступная импровизация называется «Суфлерная», зіграє Вова Дантес. А, вот и я! А зараз ми на Вову одягнемо навушники, там буде дуже гучно грати музика, і вони із Ромою розіграють якусь конфліктну ситуацію. Так як Вова нічого не буде чути, йому буде допомагати Валік. А. Допомагати будеш Вові. Ага. Дивись, твоє завдання. Так. По губах Валіка. Так. Прочитати, що ти повинен будеш відповісти Ромі. Окей. Ситуацію ти не повинен знати. Одягай навушники. Надівай. Ситуація наступна. Дантес приходить на радіостанцію вияснити, чому не крутять його пісню. Рома Дантес. Дантес, директор радіостанції. Поїхали! Здравствуйте. Здравствуйте. Я Вова Дантес. Кто? Что? Я говорю, я... Вы что, меня не узнали? Вы что, не смотрите мой канал? Нет, конечно. Все хорошо. Вы знаете, так мне везде отвечают. Жена успокаивает сам себя. Слушайте, я вам вчера на почту бросал MP3 файл. Вы его открывали? Я послушал. Это такой бред. Я пошел компьютер куплю. Я на всякий случай на флешке принес. Послушайте сейчас. Там кул. Я говорю, компьютера нет у меня. Я говорю, компьютер где купить? Я вам включу трек. Вот, сейчас я. Я Володя Дантес, у меня есть секс. Приходи ко мне скорее и посмотрим, что... Окей. Фу, выруби этот отстой. Фу, выруби это что-то.
Это что-то? Га**о! Ага. Признался. Вы уже пятая радиостанция, которая меня отшивает. Ну ладно, мы покрутим твой трек. Ну ладно, помогу тебе сегодня. Да? Вы поставите мой трек? В полночь. Возможно. Я понял. Я не глупый парень, да? Все-таки жена Надя. Ты муж Дорофеевой? Ты будешь девочкой? Извини. Если это надо для шоу-бизнеса, я готова. Я готова. Что нужно делать? Продюсируй меня. Будете моим продюсером? Продюсируйте. Что делать? Заменишь Зианжу. Я тебе вот что скажу. Я же слушаю. Так, я готов подписывать любой контракт. Любой. Я подпишу. Какие условия контракта? 200 гривен в год на 10 лет. 200 гривен в рот 5 раз в месяц. По рукам! Спасибо! Вот, держи. Вот, держи! Прямо сейчас? Ух ты! Какой же ты дебил. Кушайте! Да, как вы и просили. Все? Это все? Я хочу стать круче Нади. Это невозможно. Это невозможно! Давайте запишем сейчас первый трек. У меня нет времени. У меня нет времени. До свидания. Слушай, радио Бульба. Я сейчас пошлю вас в жопу, сэр. Сэр, ну хоть на этом спасибо. Дураки! Что это? Вовка, я прошу прощения заранее. У тебя есть какие-то предположения? Я вообще не... У меня сбил 200 гривен в рот. И вот с этого момента все пошло наперекосяк. Я играл тебя. А я? Был продюсером. Ты директора радиостанции. Да, ты предложил Вове Дантесу засунуть 200 гривен в рот. И он это сделал. Ты красавчик. Я хорош! Супер! Прямо как история с 10-летней давности, с Могилевской. Імпровізація має назву «Інтерв'ю по слову» і зіграють в неї Валік і Костя. Зараз хлопці удвох гратимуть одну зірку. Ми всі інші будемо грати журналістів і задавати цій зірці ті питання, які забажаємо. Завдання хлопців – відповідати на наші запитання – по одному слову, по черзі. Яка зірка? Хто це буде? Можна предложення? Да? Давай. А може бути, це, ну, там, Надя Дорофеєва, наприклад? О-о-о! Для Вовки це неожиданно, так? Так що, Надя? Ну, похоже. Окей, так, зірка Надя Дорофеєва, імпровізація, інтерв'ю по слову. Поїхали! Можна вопрос? Прошу. Да. А журнал «Безработные мужья» можно вопросить? Листаю. Чем занимается ваш муж? Всем по... Чуть-чуть. В... квартире. Убирает. В... сарае. Убирает. В... во дворе. Сидит. В принципе. Обычный дедушка. Можно? Да, пожалуйста. Альманах читаем в туалете. Надя, вы не думали сняться в нашем издании «Нью»?
Чтобы снять меня, нужно иметь много кудряшек. Да, будь ласка. Добрый день, газета «Зависть». Скажите, Надя, как вам удается оставаться такой стройной? Просто я на Пасху. Стою, жду батюшку лицом. Водица окропила личико, зафиксировалась. Какой кошмар, зафиксировалась. Скажите, житомирская газета «Все не о Житомире». Почему? Почему именно Владимир Дантес? Ну, вы себя видели? Давай. Интернет-издание «Кто угодно, только не он». У меня вопрос, Надя. В коллаборации. Да-да-да. У меня вопрос. Надя, скажите, пожалуйста, вы записали совместный трек когда-то с Потапом, с Настей Каменских, со Скриптонитом, Монатиком, Позитивом. Чем вам муж не угодил? Класс! Понимаешь? Мой. Дорогой. Сиди. Помалкивай. Как бы я дала тебе... И все. А можно? Журнал «Вера и любовь». Мы не можем придумать еще одно слово. Надежда, скажите. Пойдет. Кто пишет вам песни? В. Моем. В контракте указано, что я должна петь все, что Потап скажет накуренным. Какое палево! Радиострастная пятница. Надюша, спойте что-нибудь акапельно. Песня. Называется... Голубиная... Снедь. Потап. Какого... Хрена. Ты... Это... Делаешь. Голубя. Голубя. Вы куда? Поспешили. Ильича. Ильича. Не снесли. Насмешили. Все, можно запитання? Журнал каламбуров «Дантес протез». Скажите, Надежда, как вы поддерживаете домашний уют? Главное. Приносить в дом зарплату. Там разберется Дантес. Могли бы сказать свой обычный райдер? У меня в райдере три пункта. Горячая вода. Холодная вода. И немножечко пара. Литературное издание «Какая же она с**ка». Расскажите, пожалуйста, о ваших отношениях с Анастасией Каменских. Название журнала абсолютно импонирует. А очень пафосный журнал «Iron Port». Где вы любите отдыхать? «Iron Port». Где вы любите отдыхать? Надежда. На те острова, которые называются
Потаповскими. Короче, за гидропарком. Школьная газета «Надя, Надя, 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 я отдам за тебя жизнь». Надя, скажите, пожалуйста, почему вы не лайкаете мои фотки? Я на вас подписалась. Это вопрос анонимно задал Вова. Девочка, купи себе зеркало. Потом поймешь, почему я не лайкаю. Общество защиты животных «Диадема» интересуется. Сломанная лапка, ожерелье. Что за животное вы так мучили? Своего мужа. Супер! Дякую! Оплески хлопцям и нашим зірковим гостям!